ШГПУ чествовали лучших спортсменов, тренеров и волонтеров по итогам прошлого года. Церемония вручения премии «В спорте» прошла в стенах Шадринского драматического театра, где собрались официальные лица города, руководство университета, студенты и преподаватели. Шадринский государственный педагогический университет по праву гордится спортивными победами своих студентов, а руководство вуза создает все условия для развития студенческого спорта. Спорт занимает в жизни Шадринского педагогического университета важнейшее место. Мы любим своих спортсменов, гордимся их, мы уважаем наших тренеров. Мы всегда с интересом следим за успехами наших ребят, которые на соревнованиях бьются за победу, за высшие места на пьедестале и порой их заслуженно получают. Хочу заверить, что вузы дальше будут уделять внимание развитию материальной базы. Конечно, она еще далека от совершенства, ее можно развивать и развивать. Но мы все, что возможно, будем в этом отношении делать. Как отметила руководитель проекта, исполняющий обязанности проректора по воспитательной работе и молодежной политике Татьяна Сизова, спортивное направление получило поддержку Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». И в текущем году прошло уже несколько мероприятий, в том числе экстремальный кросс на пределе. Спортивные успехи студентов ШГПУ известны далеко за пределами Зауралья. Учащиеся вузы неоднократно поднимались на пьедестал российских и международных соревнований по легкой атлетике, палеатлону, тяжелой атлетике, волейболу, пауэрлифтингу, борьбе самбо и дзюдо. За высокие достижения были награждены волейболисты Татьяна Землянкина и Дмитрий Юровских, самбисты Александр и Георгий Нелюбины, легкоатлетка Юлия Демина, палеатлонисты Алена Байдалина, Максим Хабаров, Николай Симахин, бегунья Анастасия Камышева, тяжелоатлетка Кристина Тельманова. Занятия спортом и физическая культура – это важная часть образовательного процесса в Шадринском государственном педагогическом университете. Спорт прививает нравственное воспитание, развивает чувство патриотизма и ответственности. Лучшие спортсмены представляют Шадринский государственный педагогический университет на различных соревнованиях, на соревнованиях различного уровня. Я уверена, что этот учебный год будет для вас успешным, будет ознаменован многими спортивными достижениями. Точкой притяжения для всех, кто не видит свою жизнь без спорта, является спортивный клуб ШГПУ. Именно здесь зарождаются инициативы, именно отсюда начинается путь к золоту. В вузе работают 10 секций. Традиционной является универсиада среди студентов по 14 видам спорта, по итогам которой формируется команда для участия в областных соревнованиях. Хочется отметить, что на областной универсиаде мы уже четвертый раз подряд становимся победителями. И то есть считаемся в Курганской области, что Шадринский государственный педагогический университет – самый спортивный университет в области. Студенты из разных секций приготовили для гостей показательные выступления. За плечами каждого успешного спортсмена стоят их тренеры. Те, кто готовил к соревнованиям, вселял уверенность, помогал раскрыться спортивному таланту. Наградами были отмечены тренер высшей категории Геннадий Бурков, тренер сборной ШГПУ по легкой атлетике Николай Власов, тренер первой категории по самбо Эдуард Жавкин, руководитель спортивного клуба, тренер сборной команды по волейболу Алексей Плещев, тренер мужской сборной по волейболу Александр Теплоухов, тренер по мини-футболу Павел Пястолов, тренер высшей категории по самбо Андрей Старцев, тренер высшей категории по палеатлону Александр Леонтьев. Волонтеры Надежда Семенова, Александра Мастепаненко и Виктория Полухина получили награды из рук руководителя комитета по молодежной политике администрации города Ольги Бузаковой. Наш университет ШГПУ – это дом творчества, дом спорта, дом добровольчества. Спасибо всем, кто этим занимается. Спасибо тем, кто поддерживает ребят в той или иной деятельности. Призер Кубка России Николай Симахин выразил благодарность руководству университета и тренерам за возможность заниматься спортом и достигать высоких результатов. С первого курса они направляли меня, помогали в спорте. И это очень здорово, то, что проходят такие ежегодные премии и награждают спортсменов, выводят их в свет. Хочется отдельно поблагодарить тренеров, наших преподавателей, которые занимаются с нами, которые наставляют нас, которые ставят так на путь истинный и занимаются, и проводят с нами, уделяют время.